Космикс. Валтер пытался забрать у Блум силу Космикс, но сила отвергла злодея и отправила его в Лимбо. Винкс при помощи специалистов и Ориона спасают Солнце и Гординию. Но Валтер намерен вернуться и вызволить Трикс из заточения. Звезда желаний. Здорово, наконец-то! Ты потрясающая, Стелла. Как всегда. Я ведь была лучшей. Лучшей, правда? Ага. Винкс, вы все умницы. Но где же Скай? Отец вызвал его в Эраклеон. Срочное дело. Что-то случилось? Нет, Блум. Все та же история. Отец требует от наследного принца присутствия при дворе, а Скаю хочется быть героем. Да, Эриндора всегда это расстраивало. Бедный Скай, я ему сейчас не завидую. Отец, перестань. Я уже сказал, я специалист. Мое место в фонтане. Но это не освобождает тебя долго перед Эраклеоном, Скай. Чего же ты хочешь? Чтобы ты думал о благе королевства. Как и подобает принцу. Я забочусь о всеобщем благе. Вот почему я в команде специалистов. Скай ругается с отцом. Как мило. Если я воспользуюсь этим, Скай все же станет моим. Концерт удался на славу. Да, давно мы с вами так не зажигали. Мы свели с ума публику. Учителя в восторге. Ох, обожаю быть звездой сцены. Спорим, Кика первый кролик-рок-звезда в истории. А как хорошо выглядели мальчики. Мы ведь так редко бываем вместе. А? Стелла. Спасать волшебную вселенную — это, конечно, классно, но порой я так скучаю по Брэндону. Стелла! Он обещал мне, что при первой возможности мы сходим в заколдованный театр Магикса. Это будет так романтично! Стелла! Что опять не так? О, извини, Блум, я не подумала, что ты... Ничего, Стелла. Ты не виновата, что мы со Скаем редко видимся. Ты ведь не из-за Стеллы расстроилась, верно, Блум? Скай не говорил мне, что уедет к отцу. Мы почти не разговариваем. Для парней это нормально. Разве нет? Они не откровенничают? Ну, не знаю. Брэндон мне все рассказывает. Стелла!
Все, все, извини. Наше с Ривеном молчание закончилось плохо. Видишь, ты ей тоже не помогаешь. Иногда Тимми мне не пишет и не звонит. Но это потому, что он занят проектами. Не грусти, Блум. Мы победили Валтера. Теперь все наладится. И потом всегда можно загадать желание звезде. Привет, Блум. Прости, что пропустил концерт. Не переживай. Главное, что ты рядом. А? Расскажи, что у тебя с отцом? Все как обычно. Ты слышал от ребят. Не будем об этом. Ладно, я тоже не буду. Так хочется проводить с тобой больше времени. Что ж, загадай желание звезде. Валтер, давно ты не заявлялся. Ты освободил нас. Но с какой целью? Исключительно из добрых чувств, Айси. Как иначе? Шучу, разумеется. Вы здесь не просто так, Трикс. Айси, Дарси, Сторми. Лишь ведьмы вроде вас троих могут раздобыть то, что мне нужно. Звезду желаний. Великая комета способна исполнить самое заветное желание своего обладателя. Звезда родом из светлого измерения. Раз в 1000 лет она пролетает сквозь волшебную вселенную. Всем известна эта история. Звезда безграничной власти. Именно, Айси. Она соткана из Спаркс. Энергии, которая породила волшебную вселенную, звездные тела. Волшебные чары фей, а также ведьм. Я бы и без вас справился, но мои силы несопоставимы со Спаркс. Однажды я уже пытался ее заполучить. Но проиграл. А почему мы должны тебе помогать? Так ведь за вами должок. Узрите мой знак. Напоминание о вашем хозяине. Задумайте меня ослушаться, и я отправлю вас обратно, прямиком в Лимбо. Или вы мне поможете? А я наделю вас огромной властью, как только звезда желаний сделает меня сильнейшим магом во вселенной. Огромной властью. Очень интересно. Неплохая сделка. Я права, сестренки? Вот она, звезда желаний. За дело, Трикс! Дворец Валтера. За 1000 лет не больно-то изменился. Такая же жуть. Попалась! Сейчас повеселимся! Трикс, за ней! Уворачивается! У меня есть идея, но нам нужны твои чары. Сторми, надо ее развернуть. Как прикажешь, Айси. Дарси, не дай ей уйти. Иллюзия черной дыры точно остановит эту звезду!
дергайся, звезда. Ты в ловушке! Великолепно, Трикс. Трикс, мы это сделали! У меня нет выхода. В таком случае мне остается сделать только одно. Сестры! Мы лучше всех! Но что происходит? Каково быть королем Люминии? Если честно, дорогая Тарана, я думал, будет интереснее. Тут ничего не происходит. Тарана! Королева Тарана! Король Арген! Она рассержена! Ой, как рассержена! Звездочка, ты это о ком? Это штука! Я помню эту вещь. Звездный ларец. Нам нужно спешить. Звездочка, немедленно вызывай Винкс. Да, королева! Какие сегодня яркие звезды, Скай. Да, Блум. Невольно думаешь, будто в мире нет забот. От кого сообщение? Кто бы ни был, подождут. Ну же, Скай, ответь! Вдруг это срочно? Не срочно. Ничего не может быть важнее тебя. Кто там опять? Никто. Смотри, Блум, там падающая звезда. Звездочка? Себя ждать, Скай. Иди и не волнуйся. До скорого. Люблю тебя. Удачи, Блум. Я тебя тоже. Привет, Диаспро. Наконец-то! И где ты был? Диаспро, я был занят. Так освободись! Твой отец, король Эриндор, попросил меня сопроводить тебя на тайное дело. Не теряет времени. Какое дело? Поиск утерянного медальона Ираклиона. Утерянного что? Самый мощный волшебный предмет во всем королевстве. И мы двое должны отыскать его. Вместе? Вместе? Лучше я отправлюсь один. Это может быть опасно. Но ты же меня защитишь? Буду ждать.
Эй, Скай, готов к заданию со специалистами? Я бы с радостью пошел с вами. Но папа, он так на меня зол, что посылает на дело с Диаспро. А? Диаспро? Та ненормальная, что пристает к тебе? Да, Брэндон, она самая. Да брось, Скай. Специалистам никто не страшен. Даже капризные аристократки из сэра Клеона. Винкс, Варды, звездолетные! О, да! Спасибо, звездочка! Мои дорогие Винкс, как я рада вас видеть. Я тоже, девочки. Блум, что это за парень? Рада знакомству. Я Блум, а это... Эй, вы успели меня забыть? Присмотритесь. Это Арген, мой брат. Арген? Ты вернулся? Да. Можете звать меня Обскурум, если хотите. А? Я снова стал Аргеном. Тем, кем я был до заклятия Валтера. Какой чудесный сюрприз, Дарана. Но я не ради этого призвала вас, Винкс. Звездочка нашла это. Это звездный ларец. В нем хранится сущность звезды желаний. Той самой звезды, Фарагонда рассказывала нам о ней на уроке космомагии. Помните? Я пропустила этот урок. Самая могущественная звезда волшебной вселенной. Соткана из Спаркс. Волшебное излучение, источник силы фей. И магии ведьм. Почему она тут? Звезда ведь должна сиять на свободе. Флора права. Что звезда делает в ларце? Похоже, звезда желаний защищалась от нападения магов. Она разделилась на 7 первичных звезд. Но ее сущность осталась внутри ларца и прибыла к нам, в Люминию. Если мы отыщем все 7 звезд и сложим их в ларец, звезда желаний возродится, Винкс. Для поиска звезд вам понадобится звездный компас, который хранится в ларце. Что ж, я запросто открою. Эй, открывайся! Ну же, ты слышишь? Стелла, это точно не сработает. Мы сами проникнем в ларец с помощью трансформации Энчантикс. Удачи, Винкс! Мы на вас рассчитываем! Хм, не обольщайтесь. Айси, Дарси, Сторми, вы должны найти звездный компас и опередить Винкс. Сила Винкс! Энчантикс! Энчантикс! Сказочная пыль придаст мне сил волшебных. Энчантикс! И волшебство кипит внутри меня. Сильнее всех! Смелее всех! Ведь это Энчантикс! Загадочная сила нас хранит. Приходит магия. Злодей передо мною задрожит. Крылья раскрой!
Чудесно! Этот звездный ларец и снаружи красив, а внутри еще прекраснее. Да. Но где же звездный компас? Будто музыкальная шкатулка. У меня была такая в детстве. Балерина кружилась под музыку. Смотрите, это звездный компас. Дело в шляпе, Винкс. Я думала, будет сложнее. Волшебный вихрь! Мне это не нравится! Я уже слышала этот смех. Это Трикс! Они вернулись! Надеюсь, вам тут нравится, потому что вы застряли здесь навсегда. Раздобыв звездный компас и преодолев ловушки Трикс, Винкс покидают звездный ларец и готовятся к новому делу. Они должны найти 7 первичных звезд, опередив Валтера и Трикс. Производство Rainbow совместно с компанией Рай Рогаци. Автор идеи Иджинио Страффи. Исполнительный продюсер Джоанна Ли. Художники-постановщики Кристиана Магрини, Андреа Пулито. Композиторы Мишель Беттали, Стефано Каррара, Фабрицио Кастанья. Режиссер Иджинио Страффи. Переведено и озвучено компанией Трудабинг Студио по заказу телеканала «Карусель» в 2019 году.